Орден Святого Савы, государственная награда Королевства Сербия, был учрежден королем Миланом I 23 января 1883 года и просуществовал до Второй мировой войны. Его вручали за службу в сфере образования, литературы, церкви, изящных искусств. Названо в честь первого архиепископа Сербии, жившего в XIII веке, который своим примером поднимал религиозный дух своего народа. И тот девиз, который выбит на этой награды, «Трудом своим все приобретайте», в общем-то, иллюстрирует актуальный завет на сегодняшний день сербскому народу. В фондах областного краеведческого музея награда появилась в 1984 году. Ее передали в дар представители таможни. Орден был конфискован при попытке незаконного вывоза. В современной истории Балканского государства существует одноименная награда Сербской православной церкви. Орденом отмечаются выдающиеся заслуги в духовной, просветительской и гуманитарной областях. Есть среди его кавалеров и белорусский литературовед, югославист Иван Чарота. Кстати, уроженец Брестской области. С ним во время проведения мероприятия связались в онлайн-формате. Орден Святого Савы стал четвертой реликвией проекта «Награда в истории. История в награде». На протяжении этого года из фондов музея экспонируются ордена и орденские знаки различных европейских государств, выполненные из драгоценных металлов. Мы прошли половину пути. Из шести три уже у нас состоялось. Это орден Материнской Славы СССР. Это орден Почетного легиона Французской Республики, и это орден за заслуги и рыцарскую честь Соединенного Королевства. Вот. Поэтому сейчас у нас новый неожиданный орден, потому что происхождение Сербии – это же редко. Познакомиться с редкой наградой можно на протяжении 10 дней в областном краеведческом музее. Евгения Мороз, Юлия Селюк, Александр Сивицкий, телерадиокомпания «Брест».